Здорово, народ! Сантьяго! Короче, встали прям рядом с северным мостом. Что у нас глубина? 3 метра. Будем, короче, искать здесь щуку окуня. Сейчас попробую на отводной с мелика. Ну, а потом уже попробуем там на джиг, на поппер. Короче, все будем пробовать. Поэтому что, погнали, у меня уже все собрано, все стоит, Саня вот собирается. Сейчас мой спиннинг намотал маленько. Но он не видит. Все, погнали рыбачить. Воу-воу-воу, какая-то серьезная приманка. Это что за крокодил? Что есть? Есть, кто-то сел. Хорош такой. Вот он, первый кушок. Да все, он сейчас солнце вот садится еще. Он к нам ездит, тянет и понесет. Ну, такой. Съедобочный. Ну, конечно. То есть, грубо говоря, вот сейчас у меня клюнул окунь. Ты в этот момент должен был взять телефон и начать снимать с того момента, как я его тяну. Ты что? Да. Я его в лодку вытаскиваю. И все, говорю, там. Вот, например. Вот он у меня как раз сел. Да, вот то есть в этот момент ты как бы снимаешь. О! Ты какой? Все, я его достаю. Там, рыба номер 2, окунь. Команда, название. Да не, надо ехать. И все, и мы его, короче, замеряем. Окунь от 15 сантиметров. Этот, походу, у нас меньше, чем 15 сантиметров. То есть все, меряем на камеру, записываем в блокнот и как бы и отпускаем. Как только отпустили рыбу, можно прекращать съемку. Ну, короче, прикольные. Прикольный формат соревнований. Я думаю, что мы на них поучаствуем. Сейчас, понятно, у нас формат не поймал, отпустил, а поймал, засушил. В субботу вечером посидел. Ну, короче, это. Кто, короче, получается, что кто длиннее рыбы наловит. Нет, да весело будет однозначно, это прям факт. Опа, есть. О, что-то хороший сел. Саня, подожди. Да. Да, нет, так подниму. О! Вот это уже нормаса кушок. Вот этот, Сань, стопудово был бы зачетный. Вот этот явно есть 15 сантиметров. Даже, наверное, 20. Да. Где-то 20 сантимов. Ну вот. То есть 5 таких поймал хотя бы. Уже. Такой красавчик. Есть.
Опять ты меня обрыбаешь. Ну подожди. Сейчас ты найдешь свою снасть. Да, ну что ты? А? Еще один. Ну что, такая у нас рыбалка сегодня. Не сильно рыбная. Я хоть что-то поймал. Саня пока только одно оторвал. Мост северного объезда рыбу пока не раздает. То ли воды мало, то ли рыбы мало, то ли сегодня просто не клевая погода. Короче, непонятно. Три окуня, еще пару поклевок и все. Все, собираемся домой. Саня еще 5 забросиков сделает. И погнали. Ладно, давайте, всем счастливо. Пальцы вверх.